Так, речь сегодня пойдет о том, как вынуть рулевую рейку. Ну, у меня тут как бы уже все подготовлено. Так, ну, для начала снимаем хомуты. Вот они. Вот раз хомут, вот здесь два хомут. Так, потом... Скидываем карданчик рулевой. Вот. Так, ну шланги отцепляем. Штуцер скидываем. Так. Вот. Потом рейку можно чуть-чуть на себя, карданчик скинется. Вот. Ну, потом скидываем рулевые тяги. Вот, и в принципе как бы и все. Рейка вот она. Вся болтается. Теперь осталось только ее вытащить. Сейчас вытащу, одному просто как бы не совсем удобно. Ну, в продолжение темы. Вот, все. Рейка в руках. Спросите, нахрена все это надо? Ну, скажу так, проще вот, сколько я, полчаса проконоебился, и все для того, чтобы поменять вот этот вот сальничек, потому что он, сволочь, тут бежит. И отдавать на сервисе минимум 4 рубля, что-то как-то мне не совсем охота. Пока у Руси заказал карданчик рулевого вала, ну, тут пока поменял сам. Кому надо? Вот крестовина. ВАЗ-2105 встает как родная, один в один.